Приветствую вас, уважаемые подписчики моего канала и просто гости. Для тех, кто не смотрел предыдущее видео, мы варим печку для гаража. Печка будет на дровах и не совсем простой, хотя изначально она планировалась простой. Итак, с чего мы начнем? Отпилим два куска металла 51 на 50, два куска 51 на 40 и два куска 50 на 40. Вы, наверное, заметили то, что я постоянно держу большой палец на кнопке болгарки, потому что это дело неспроста. Однажды она мне намоталась на в принципе, не важно на что. Ну, хорошо то, что у меня было довольно много одежды, была зима, холодно, и, в принципе, мне повезло, можно сказать. Поэтому я теперь всегда страхуюсь, если крох разбивает или болгарку выбивает, я всегда могу нажать на кнопку. Далее, от одной стенки 51 на 40 я отмерил 10 сантиметров и отпилил этот кусок. Потом я отмерил 4,5 сантиметра, это будет расстояние от против до низа. И 14,5 сантиметров я отмерил на куске, который идет 51 на 40. Расстояние между прутьями я отмерил 2 сантиметра и насверлил в дырок. Очкуешь? Угу. Нет клея? Нет. А? Зачем? Камеру заклеить. Резина сырая. Я клеить не умею. Тебе расскажу как. Thank you.
Съемки без косяков не обошлись. Почему вы сейчас увидите? Вот это получается передняя стенка. То есть здесь будет тетя Маруся. Вырубай. Вот это получается передняя стенка мангала, то есть перед сам. Ну а здесь уже я накосячил. Забыл, что варю печку, а не мангал. Вот это получается передняя стенка мангала, то есть перед сам. Здесь будет вырезаться окошко под дрова. Здесь будет ящик и тоже окошко. Здесь насверлили дырки под прутья. Будут вставляться прутья и ввариваться сюда. Дырок получилось 19 штук. Померили арматуру. Арматуры не хватает. Пришлось порыться на чердаке. Нашли вот такую штуку. Будем что-то думать из нее. Далее мы собрали все стенки и приварили их вот таким вот уголком. Фу, блин. Далее мы собрали все стенки и приварили их, выровняв вот таким вот уголком. Вот что у нас получилось. Здесь пока на прихватках. Тут я тоже так прихватил. Снаружи, правда. Но снаружи я все равно буду его обваривать еще. Здесь идут вот эти пластины. Они сделаны для того, чтобы прутья не вело, потому что от высокой температуры их может погнуть. Чтобы их не гнуло. Сейчас я вот подровняю вот эту пластину, я ее отрезал, просто кривовато приварили. И тут так она встанет и приварится еще к прутьям тоже. Здесь прутья я сейчас пока не все приварил, сейчас вот будем приваривать. Погнали. Вставляем прутья и погнали варить.
когда начинаю варить, электродом бью по самому пруту, а рядом с ним. И начинаю оттуда уже переходить на сам прут, чтобы не сбивать его. Ну вот, с этой стороны, в принципе, все. И здесь я вспомнил слова своего друга. Он мне сказал: зачем тебе простая печка? Ставь в нее трубу и привари ко дну. Оттуда будет идти горячий воздух. Но я порылся в интернете и нашел одну интересную штуку. Но решил не повторять то, как там сделано, а решил сделать по-своему. У меня валялась печка от моей старой машины, и здесь мне пришла интересная идея – вставить в печку вот такую вот штуку. Что это за штука, вы увидите в следующих выпусках. Ну что, друзья, началось самое интересное. Мы имеем вот такую вот автомобильную печку. Печка эта с минивэна. Не было ни пузырей, ничего. Думал, в один конец трубки, другой закрыл. Пошли пузыри. Из куска профилей, трубы и пластины у меня получилась вот такая вот штука. Получилась такая печка. Ну где ты, блядь, летает-то? Потом я отмерил 4,5 сантиметра. Это будет расстояние от против до низа.